працює. Наразі він стоїть ось тут. Ми ще його не підключали, але будемо це зробити, бо ця падла не угомониться, вона буде бомбити нас. Дуже вам дякуємо. Ми зараз його крупніше покажемо, цей генератор, безпосередньо. Як ви розумієте, друзі, ми не можемо гуляти по всій частині, це з міркувань безпеки. Але ми вам покажемо, для якої кімнати і для чого він працює. Ще раз вам дякуємо. Ми обов'язково заб'ємо останній гвіздок у його труну. Дякуємо. Все буде Україна. Добрый день или вечер, когда вы будете смотреть это видео, наши польские братья. Я называю вас именно братьями, потому что я лично ощутил на себе вашу помощь. Все, что на мне надето, сейчас я нахожусь в театре, я сам актер. Все, что на мне надето, берцы, лово, это мне прислали из Польши. А бронежилет из Польши, турецкий, но из Польши. Генератор, который греет нас в блиндаже и в окопе из Польши. Мы сейчас вынуждены иногда даже играть спектакли, чтобы что-то собрать. Пожалуйста, не забывайте. Потерпите, пожалуйста, еще несколько месяцев. Мы обязательно переломаем им хребет для того, чтобы... Верьте, пусть нас никто никогда не поссорит. Мы все соберемся с вами за большим столом. И я не знаю, я немного теряюсь. Я вроде бы должен вам хорошего много сказать. Мне проще обнять этих людей, потому что, иди сюда. Вот, потому что вот, благодаря этому всему у нас это все и происходит. И меня вот захлестывают эмоции. Я не знаю, как благодарить. Я мужчина, и я должен просить о помощи. Но ту помощь, которую вы присылаете, она бесценна. На себе ощутил как солдат. Не офицер, не это обычный солдат рядовой, который директор театра. Jesteśmy z Polski i jesteśmy tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Dzięki tej wojnie, to są trudne chwile, ale to braterstwo Polski i Ukrainy tutaj się odradza po setkach lat, kiedy zostaliśmy rozłączeni. Nie wolno zapominać o Ukrainie. Jesteśmy z Polski, jesteśmy z się pomaga, jesteśmy tutaj, gdzie jest potrzebna pomoc. Do peremohy. Do peremohy.